благословенно Царству Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. О Богохранителе стране нашей, власти и воинстве, я Господу помолимся. В всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Thank you.
Владыка, вы сегодня празднуете молитвенно, празднуете, отмечаете свой день рождения, который знаменуется двумя цифрами, двумя пятерками. Мы все учились в то время, когда высший балл за знание была такая оценка, оценка 5. Вы по всей своей жизни идете, и какие бы послушания вам церковь не давала, вы их все исполняете вот на такую отметку, на такой балл. Поэтому мне хотелось бы пожелать вам только силы и крепости, чтобы Господь укреплял вас во все дни вашей жизни. А вы по своей сущности такой человек, который по-другому и не может ни жить, ни работать. Только так, чтобы оценка была отлично, чтобы оценка была 5. И особенно в сегодняшнее время, время, которое не только нам, священникам, епископам, но очень-очень многим людям нужен живой пример, нужно слово, твердое слово, слушая которое, исследуя которому, идти по пути спасения, идти по тому пути, которому нас призывает Господь и который указывает нам Церковь через вас, через других архиерей. Поэтому, дорогой Владыка, от лица собравшегося епископата, духовенства, мирян, я желаю вам искренне, по-братски, чтобы Господь крепил ваши силы, чтобы помогал вашим крестоношениям, потому что ваше служение и ваше послушание, оно смело можно так и назвать, крестоношение, потому что вы за многих нас несете крест. Поэтому дай Бог, чтобы и мы были теми Симонами Киренейскими, которые бы в силу своих сил помогали нести вам тот крест, который на вас возложил Господь и Святая Наша Матерь Церковь. Многое вам и благое лето, дорогой Владыка, крепости сил, бодрости духа и помощи Божией в вашем служении, дабы это служение завершилось тем, а я очень часто слышу ваши слова, личным спасением, чтобы Господь, оценивая ваши труды, ваши старания, поставил вам тоже оценку отлично, и чтобы эти труды, и итогом этих трудов, чтобы было ваше личное спасение, ради которого вы все совершаете, ради которого вы живете и трудитесь в этом мире. Искренне вам помощи Божией многое и благодарю вам. Дорогой друг, я искренне благодарю за такие теплые слова, приветствия, которых не заслуживает по-настоящему. Внешняя оценка, она всегда, наверное, не соответствует тому, как ты себя оцениваешь. Но я в любом случае благодарен Богу прежде всего за то, что я священник. Это самое главное, к чему я стремился всю свою жизнь. Конечно, я не достоин священника. Может быть, для многих являюсь иногда соблазном, но я хотел бы быть всегда хорошим. И для меня именно это служение является и смыслом действительно жизни. Я себя просто по-другому не вижу. И мне ценно в церкви все. И аскетизм привлекает, и благолепие церковное, которое иногда оценивается как, может быть, некую гордыню. Вот то, что создало предание церкви, что является красотой, отражающей, той земной, отражающей мир небесный.
Я, наверное, дожил до такого времени, как владыка сказали, по земному получил такие оценки, которые уже, скажем, выше не даются. Поэтому, наверное, уже в моем сейчас возрасте нужно уже не смотреть на оценки. Нужно жить так, чтобы без оценок. Вот как апостол Павел говорил, что мне не важно, как обо мне говорят люди, я сам о себе не даю оценку, дает мне оценку Господь Бог. Наверное, вот сейчас нужно именно таким образом, нам в молодости хочется так, чтобы репутация была, было какое-то, скажем, доброе слово. Оно тоже очень важно, потому что от этого человек возрастает, не ломается. Но уже когда приходишь определенный рубеж, то ты понимаешь, что вообще на слова эти не надо смотреть. Слова бывают разные. Важно, как тебя оценит Господь Бог. Дорогие владыки, я всех поблагодарю, отцы, братья и сестры, что вы пожертвовали сном. Но я думаю, что вот мы не ради кого-то из людей сегодня молимся, а ради того, чтобы и прославить еще раз преобразившегося Господа, еще раз вознести свои молитвы усердные, чтобы в нашей земле был мир, и чтобы мы не боялись ни за своих родственников, у кого есть дети, за своих детей, что мгновенно, то, что мы называем церковью внезапной смертью, но, конечно, поэтому мы должны бодрствовать и днем, и ночью. Вот сегодня ночь такая, бодрствование. Поэтому еще раз благодарю всех вас за добрые отношения, за любовь ко мне недостойному. И прошу тоже никогда не забывать своих молитвенных воздыханиях обо мне грешным. Храни всех Господь.